Всем привет! Это видео о жизни участников шоу «Холостячка». Начну с Евгения Ковтуненко. После того, как Евгений покинул проект, он окунулся в работу. Как мы помним, работает Евгений в юридической компании, а также у парня свой ресторан. До Нового года Евгений собирается сходить на каток, пересмотреть новогодние фильмы, купить подарки, будет избавляться от всего старого и ненужного, ну и так далее. Андрей Рыбак радуется за победу друга. Помните, в первой серии Андрей подарил Ксюше две коробки. Первую на случай победы, вторую на случай проигрыша. Коробку на случай проигрыша открыла Ксюша, а вторую коробку Андрей подарил одному из своих подписчиков. Андрей наладил отношения со своей Алиной, девушка его простила. И очень вероятно, что пара вместе, так как Андрей лайкает каждую фотку девушки. Также Андрей познакомил Алину с Евгением Ковтуненко. Теперь и Евгений лайкает ее фотки. Алексей Трегубенко после шоу открыл новый бизнес. Он возит машины из США и продает их на Украине. Ксюшу Алексей пока не забыл. По слухам, собирается отбить ее у Саши. Но раз еще не отбил, то думаю, вряд ли это уже получится. В свободное время Леша ходит в спортивный зал. Андрей Шатырко, весь в мечтах о любви. У меня сложилось впечатление, что ему без разницы с кем, с Ксюшей, Машей, Дашей. Парню капец как нужны отношения. Также Андрей сменил прическу. Теперь у него не роскошная шевелюра, а прилизанная залаченная прическа. Назар пытается загладить свою вину перед сыном. Артем нашел себе девушку. Ну и что между Сашей и Ксюшей? Саша с Ксюшей живут вместе. Как и в любой другой паре, у них есть ссоры и недопонимания. Но они любят друг друга и не готовы отпускать. Прошел слух, что Ксюша жалеет о своем выборе, но это не так. Даже если у Ксюши с Сашей все не так гладко, как хотелось бы, это не значит, что Ксюша о чем-то жалеет. Девушка выбрала сердцем. И какой бы Леша чудесный ни был, и как бы он нам не нравился, в том числе и мне, но Ксюша не смогла бы пойти против своего сердца. Поэтому глупо говорить, что она вдруг пожалела о выборе. Что Саша, что Ксюша после шоу вернулись к работе. Саша не отказался от общения с друзьями. А на этом все. Подписывайтесь на канал. До скорого.